26 марта фракция «Справедливая Россия» Орловского регпарламента провела большую пресс-конференцию. Основной темой обсуждения стали предложения, внесенные справедливороссами в Госдуму, однако отклоненные думским большинством. Один из главных – вопрос о снижении транспортного налога. Особенно это касается автомобилей мощностью в интервале от 100 до 150 лошадиных сил. Также депутаты предлагают снизить налог для многодетных семей. В перспективе вообще хорошо бы отменить эти ставки по налогам для многодетных семей, я имею в виду транспортный налог. Но пока мы предлагаем отменить его и снизить для семей с четырьмя детьми, опять же, оперируя тем, что мы понимаем скудность наполнения бюджета.